Недавно я задумалась о том, что пишу в социальных сетях и собственных блогах всякую ерунду. А тут, как выясняется, можно не только зарабатывать деньги своими записями, но еще и премию получить. О том, как стать популярным благодаря интернету, ты узнаешь из нашего следующего сюжета. Одним из ярчайших показателей популярности свидетельствует всенародная интернет-любовь. Таких примеров огромное множество, когда никому не замеченные артисты становились общественным достоянием. Тем более, что все желающие могут рассказывать о себе в различных социальных сетях. Не так давно состоялась третья церемония награждения премии «Блок Рунета 2011». К этому мероприятию многие люди относились с такой же серьезностью, как к «Оскару» или «Грэмми». Это и неудивительно, ведь любому человеку приятно осознавать, что он лучший. В номинации «Лучший блок музыканта» было представлено много участников. Среди них такие опытные, как Дима Билан, Гуф, Сергей Лазарев. Но зрители победу отдали молодому хип-хоп-исполнителю Стиму. Сам музыкант не скрывал своего удивления, заявив, что эта победа далеко не последняя в текущем году. Нам остается только поздравить музыканта. А для тех, кто не знаком с творчеством артиста, мы напоминаем, что Стим в первую очередь известен как музыкант, который проложил себе дорогу в телеформат благодаря интернету.